Друзья, всем огромный привет. Глубоко в пасти, съедены и клюют. Такие шикарные. Друзья, всем огромный привет. Сегодня такой шикарный, теплый и солнечный день. Я решил прийти на озеро Нижний Кабан, погулять тут по набережной, поболтать с подписчиками и кого встречу. В общем, это клевый день. Я думаю, будет клевая рыбалка. Окунь любит такую погоду. И я надеюсь, что сегодня получится поймать действительно крупного, жирного арбузика. Давно их не ловил. Надеюсь, все получится. Ну, а вам приятного просмотра. Заранее ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Думаю, будет очень интересно. Все. Прям сразу поклевочка. Но этот раз уже поменьше рыбка. Ну, бодается окунек. Бодается. Опа. О, попался. Такой вот, друзья, на Нимбла 1.6. Красивый окунечек. Кайф, отпустим. Давайте еще одного поймаем. О, лещ плывет. Прикольно. Есть. Вот он. Ой, какие рывки мощные. Хорошая рыба. О, это карась. Блин, карась попался. Ну, смотрите. Подожди, смотри, а может там фишки книги гуляют? Давай туда выйдем. А там есть народ? Кто такой? Карась, наверное. Карась здесь будет? Раньше не был. Мы раньше старушек ловили, маленькие такие. Здесь вот, друзья, такой карась попался, симпатёга вообще, круглый. Давайте-ка этого красавчика тоже отпустим, как окуней. Кайф, ушел. Ну вот, кстати, кому интересно, как выглядит пачка приманок. Это вот такие вот нимблы. 1.6. Вот. 40 миллиметров, 9 штук. Можете посмотреть, на паузу поставить все данные. Вот снизу белые, сверху черные. Надо. Так. Блин, ну карась-то прикольный. Кстати, друзья, не забывайте, что в описании ролика есть ссылка на мой телеграм-канал. Там у нас всегда самое живое общение, самые свежие новости с водоемов и большое сообщество казанских рыболовов. Очень жду вас там. Увидимся.
Тут он дал. Тут он дал. Вообще мощно. Так, ну рефлекционно. Бах. Вот это он дал. А, это окунь уже. Это уже окунь. Кайф. Опа. Тика. Сажи его подними аккуратненько. Блин, не болтайся. Сейчас я тебя подниму и отпущу. Кайф. Оба. Ой, какой красавчик. И опять на этого рака. Ой, я отцепился сразу. Рачочка опять не был съел. Какой красавец, а? Вот, друзья, очередной шикарный окунек попался. Вообще красавчик. Сегодня рачок от Нимбла вообще вне конкуренции. Кайф. Будем пускать. Надо покрупнее поймать какой-нибудь. Опять здоровяк какой-то. Прям очень здоровый. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то здоровяк. Ой, какой здоровяк. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут. Вообще здоровый попался. Вроде сидит крепко. Сейчас буду пробовать поднимать. Немножечко устанет. Пробую поднимать. Так вроде должен подняться. Оп. Опа. Да. Тут красавец, конечно. Фух. Не так уж и крепко сидел, на самом деле, он отвалился сразу. Фух. Опять этот рычок. Сумасшедший рычок. Кайф. Кайф. Весов с собой, конечно, нету, но это как будто бы сегодня самый-самый крупный из всех басиков, которых я поймал. Ну вот, друзья, вообще предельно доволен. Сегодня такой теплый, безветренный день. И клюют такие шикарные, красивые красноперые арбузы. Вообще буду продолжать, надеюсь, это не последний, который сегодня клюнет, но я вообще очень доволен сегодняшним днем. Супер вообще. Давайте его отпустим, пусть растет еще. Кайф. Я, похоже, так нехило удивил прохожих своими поимками. Наверное, они думали, что в Нижнем Кабане вообще нет никакой рыбы, а тут такие круглые окуни, караси. Явно они были многие очень сильно удивлены. Кстати, очень порадовали подписчики, которые подходили, которые общались. Подняли очень сильно мне настроение. Ребята, вам огромный привет. Ну, друзья, рачочка уже конкретно потрепали сегодня. Эти окуньки. 6 грамм рачочек. Ладно, оставим пока этого. У него вроде клюет. Там уже сидит. Блин, там. Какой-то здоровый опять. Уже сидит. Даже проводку не успел сделать.
Уже какой-то здоровяк сел. Ну, сегодня нормально клюют. Здоровяки. Тут вообще не развернуть никак. Вон очередной красавчик. Сейчас не знаю, может быть, утомить его немножечко получится. И поднять уже спокойно. Но сегодня хороший окунь расклевался, мне прям нравится. Прям вообще хорошо. Чуть побольше надо отпустить лески. Давай, 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 все. Не дергаемся. Оба. Не, ну нехилый, нехилый. Такой. Оп. Да, не зря не менял приманку. В принципе, клюет и на эту. Ну, опять глубоко в пасти. Съеденный таким вот шикарным окушком. Просто начинаю подмотку, а он уже сидит там. Уже съел. Значит, удачно кинул. Блин, хорошо сидит. Оба, все. Отцепился. Он бы никуда не делся, наверное, все-таки. Хорошо сидит. Давайте амнистируем красавчика очередного. Менять не буду рачка пока что. То есть ловит, если ловит. Клешню откусит, поменяю. Ну, такая вот проводка. То есть 2-3 оборота и дергаю. Блин, да что это такое, а? Еще один. Это помельче. Хотя бодается. Не, мелкий. Опа. Так. Ну, такой вот уже. Блин, менять приманку, не менять? Непонятно. Привет. Есть что-нибудь? Что-нибудь, да. Рыбка есть. Окунь? Угу. Снимать? Да, снимаю. Я просто смотрю вас. Да? Ну вот, вот фильмец сегодня снял, как будто бы. Но перестала клевать почему-то. Тренируйтесь. Соревнования готовитесь? Соревнования перенесли на 3 ноября, но, ну, лодочные. Так что сейчас не так к спеху тренироваться. Так, да, потихонечку. Вы, наверное, все умеете. Тренироваться-то чему? Навыки автоматизмы доведены. Ну да. Тут про другой немножечко. Понимать, где рыба и где она будет. Навыки-то понятно. Люди места ищут на тренировках. А, ну, в одном же месте все равны же будут, да? Нет, я бы не сказал. Там от М7 до М12 довольно большое расстояние. Места там разные. Кто куда пойдет. Я вчера тоже на лодке, ну вообще в целом, недавно только начал на хищник ловить. Mm-hmm. Вот, мотор, кстати, смотрел, начал вас, нашел канал,
вообще начал искать по той информации, где там это слипы, угу. где ловить, как надо. С мотором, что ли, лодка? С мотором лодка у вас? Мотор, да. И дрябинку тут тоже вот такое житье. Сидал, это вчера вообще сидел. Равномерка водили? И так пробовал, и так, как вы советовали этими. Там есть ребята, кто тоже, как я, ловит, у них получается. Ну, в этом, в телеграм-канале. Да не вот! Там надо скорость понять в основном этой проводки. Вес правильно подобрать, вот этой вот комбинации. Тогда... Логика такая, что по низу, по дну идем. Да, 100%. Ведем по дну, то есть полметра до дна. Может, больше. Ну все, друзья, вот и закончилась моя рыбалка на озере Нижний Кабан. Если честно, я был приятно поражен, удивлен тем, какие круглые арбузы клевали у меня в этот день. Какой попался шикарный карась бонусом. Ну, в общем, от озера только приятные впечатления от такой рыбалки. Все экшен, самый настоящий. Рыба в какой-то момент клевала на каждом забросе, и даже прохожие удивлялись тому, каких я классных рыб ловлю одна за одной. В общем, все круто, ребята, приходите тоже на Нижний Кабан, и если вам понравился этот ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, мне будет очень приятно, это двигает мое творчество вперед. Ну все, друзья, увидимся на рыбалке.